Від міража Ермітажа, Маріїнських пілітажей, як князького пізажа, у свістах та сіні кори. Можна тільки по неволі, от весілля і волі. Стих вверх, стих тай, стих сльоз, стих посчастливиться, верни дорогие имена и утраченные дни. Привези мне, привези мне этот воздух перед зимним, чтоб в речах твоих сквозили и фонтаны, и собор, и окно. Друзья, ну просто замечательно. Я вот сейчас сидел здесь и получил огромное удовольствие. Да, скажите о нем. Достойная смена растет. То есть будущее авторской песни в надежных руках. Ребята, мы вас любим. Фотосессию можно устроить побыстрее, пожалуйста, Саша. Селфи пусть делают на фоне зала. Прозвучала строчка вот в последней композиции, ребят, там про Невский что-то, проспект. Очень в тему попали, потому что... А вы знаете, я хочу перед тем, как выйдет следующий исполнитель, вас поздравлять, дорогие женщины, вспомнил случай своей такой безалаберной довольно-таки жизни. Как-то меня пригласили, по-моему, это был второй фестиваль авторской песни в городе Санкт-Петербург. Петербургский аккорд. Значит, приезжаем мы на московский вокзал, и я вижу как такую картину. Значит, у стеночки в полулежащем состоянии, значит, два как бы человека мужского и женского рода, да, такого полубомжистого вида, но не совсем. Видимо, эти бомжи, но такой интеллигент, это питерский, скажем так, да? И в руке у мужчины, значит, бутылка пива. Причем я обратил внимание, что именно Невское пиво, то есть патриот еще своего города. И вот он делает глоток, и, видимо, этот глоток оказался чуть ли не последним в его переполненной там душе, наверное. И у него начались вот эти позывы. Вот, извини, что я это рассказываю, придите. Ну, вот, зарисовка из жизни. И, значит, подруга рядом с ним сидит, его эта женщина, наверное, значит, и она ему, значит, пиво выхватывает из руки и зажимает ему рукой и говорит, что ж ты такой-то сякой, Питер позоришь. Вот, чему я это вспомнил, потому что я хочу на сцену пригласить своего друга, замечательного друга, не только моего, но друга нашего фестиваля, который не первый год к нам приезжает. Спасибо ему за это. Замечательный автор-исполнитель, город Санкт-Петербург, Россия, Владимир Юрков. На дне я лежал. Хотя мог. Не тот день. Костя, чем веселого? Лето, жара, июль.
шел по улице автобус канареечного цвета, и в автобусе кондуктор с валидатором скучал. Пассажиров было мало, было жарко, было лето, был июль, если хотите. Я в автобус не попал. За автобусом троллейбус потихоньку пробирался, голубым небесным цветом настроение поднимал. Пассажиров было мало, было жарко, я старался, но в июле то же самое. Я в троллейбус не попал. Следом ехали маршрутки, два крутых мотоциклета, мчалась конная упряжка. Шмыгнул велосипедист. Пассажиров было мало, было жарко, было лето. Ах, никуда я не поеду, мне и дома хорошо. Смотрели хранители, все до пенсии шло по уму. Нет, поперло меня в сочинители, и на кой я 0 лет не пойму. Нет, поперло меня в сочинители, и на кой я 0 лет не пойму. Только позу найду для лежания, солнце лучик последний погас. А в дверях лошадиное ржание, и заходит хромая Пегас. В первый раз я пустился на поиски, так ведь разум запнулся за ум. То ли это соседские происки, то ли белочки новый костюм. То ли это соседские происки, то ли белочки новый костюм. А коняга твердил убедительно, мол, в писатели влезешь число. Я влез на Пегас решительно, и, конечно, меня понесло. Муки творчества, музы, субстанции моментально схватили в полон. И списал все газеты, квитанции туалетной бумагой рулон. И списал все газеты, квитанции туалетной бумагой рулон. Я с Камчатки скачу, погоняя хромого коня, ни здоровья не хватит, ни пенсии. Ах, снимите, снимите меня. Ни здоровья не хватит, ни пенсии. Ах, снимите скорее меня. С праздником, женщины! Друзья, значит, я хочу пригласить на сцену представителя ансамбля «Три в одном». Они еще в зале? Есть? Присутствуют? Уже убежали. О, кружки пригодятся. Вот, друзья, ну, наш фестиваль становится с каждым годом все многочисленнее и многочисленнее, что не может не радовать нас, конечно. Спасибо вам за то, что приезжаете к нам на фестиваль. Спасибо замечательным нашим авторам-исполнителям из разных городов и весей, которые, бросая все, работу родственников, там, любимых домашних животных, приезжают к нам сюда на этот праздник ежегодный. И у нас сейчас вот такая как бы пошла часть концерта таких междугородных исполнителей. И сейчас будет такой эмоциональный, я бы сказал, взрыв, не побоюсь этого слова, нашего концерта.
потому что на сцене сейчас будут такие люди выступать. Я много говорить не буду, но то, что они лауреаты, красивые со всех сторон существа и талантливые безмерные, это вы сами сейчас в этом убедитесь, многие уже их слышали, естественно. Могу только сказать, что наши гости замечательные из города Самара представляют Грушинский фестиваль, а наши фестивали. И кто из них начинает сейчас, я, наверное, угадаю. Все. Все 18 человек сейчас выйдут на сцену из Самары и будут вам петь. Но пока я приглашаю на сцену замечательных наших друзей. Андрея Колесникова, аплодисменты. Максима Чекалова, пожалуйста, Максим. Потом сюрприз еще. Добрый вечер. Как же мне иногда, Андрей, очень сложно как-то называть. А сейчас господин Хигай очень четко сформулировал, наконец-то, существо. Существо, значит, существует. Уже хорошо. Вот мы сегодня в 4 часа здесь выступали. Скажите, есть в зале те, кто нас 4 часа слушал? Так вот этого мы петь больше не будем. Все, значит. Мы не витаем. А кто его вчера нас слушал там, вот этого мы тоже не будем. Да, мы споем, знаете, настроение у нас, честно говоря, надеюсь, как и у вас, хорошее. И мы хотим этим настроением поделиться. Вообще мы любители посещения подобных фестивалей. И обычно эти фестивали, они запоминаются несколькими событиями, на которых мы вот сейчас несколько проакцентируем наше внимание. Обычно фестиваль начинается в пятницу или в субботу, да? И заканчивается в воскресенье, да? Но у некоторых они растягиваются до понедельника. И вот песня, которую мы сейчас первую споем, называется «До понедельника». Веткой голою дрожу на холоде, этажи грозят со всех сторон. Веткой голою дрожу на холоде, этажи грозят со всех сторон. А в лесу сейчас и ветер ласковый, на пригорочке первый снег, роща пихтовая дышит сказкою, и секунды замедляют. Роща пихтовая дышит сказкою, и мгновенья замелькают бед. Нет ни радио, там ни телека, и певцы поют совсем не те. Ах, как хочется до понедельника потеряться в этой красоте. Ах, как хочется до понедельника теряться в этой красоте. А в перелеске осень зиме сдает права, вдыхая запах сосен, я понимал, как ты права, ты права. Ну какой уж тут покой, боль досталась нам с тобой, любовь такая. Счастье верится, сердце съежится, душа раскроется, а в головушках поветрится. Сердце съежится, душа раскроется, и головушка проветрится. Не ругай, Марусь, меня бездельника, обещай при встрече не побить, но никак не раньше понедельника. К тебе тебя любить, но никак не раньше понедельника я вернусь к тебе тебя любить.
объятию ельника. Вот что я тебе скажу, Марусь, ты дождись, родная, понедельника. И уж я вернусь, уж я вернусь. Ты дождись, родная, понедельника. И запомнишь ты, как я вернусь. От перелески осень зиме сдает трава, вдыхая запах сосен. Я понимал, так ты права, ты права. Ну какой уж тут покой, коль досталось нам с тобой любовь такая. А спина моя мокра под тельником, а душа уже чиста почти. Ты не жди меня до понедельника, и до вторника меня не жди. Ты не жди меня до понедельника, а вот пятницы железно жди. А в перелеске осень зиме сдает трава. Вернусь я ровно в восемь и подберу любовь слова. Те слова, верю, ты меня поймешь, скажешь ласково, ну что ж, с тобой мне делать. Можно на гитару чуть-чуть монитор прибавить? Вторая песня тоже посвящается фестивальным событиям. Называется она «Утреннее похмельное». По идее, конечно, я завтра с утра надо петь. Но мы могли и сегодня с утра, в принципе. С утра мы ее репетировали, сейчас споем. Ой, ой, да что это со мной? Ой, ой, да что это со мной? Кончается земля, держите-ка меня. Небольшое стихотворение. Блажен медведь во сне сосущий
лапу, преодолевший в ночь заветный трап. Приходит вечер, мы спускаемся по трапу, и ждет нас сон. А вас, простите, храп, храп. Потому, когда мы спим, все те, кто не рожден лухим, нам лучше удалиться. Мы, если входим в унисон, любой забудет слово сон, и на рассвете будет он способен удавиться. Верьте, мы храп не слышим, просто во сне так дышим, куда же от него нам деться? Где ты, безоблачное детство? Где есть угли, а храпа нет? Верчусь я, словно уж на блюде, но храп не победил. Мешаем спать хорошим людям, а нам хотелось бы плохим. Ирину Вольман, город Самара. И следующую песню мы споем вдвоем. Там тут перетругался. Значит, следующая песня, которую мы исполним, тоже написана Андреем. И эта песня у него пришла как будто откуда-то из каких-то вот 60-х годов. Сейчас вы поймете, почему. Потому что он... Поймете. Песня называется «Марш». Нет. Конечно, нет. Иного нет у нас пути к заветной дверце. Той, что дарит нам дорогу дальнюю и ясный горизонт. Да, конечно, да, и снова да, мы скажем искреннему сердцу, пусть звучит оно любви и счастью в унисон. Нет, конечно, нет, и снова нет, ответим мы седой разлуке. Свет, бесценный свет, грядущих встреч и осеннее вот сто крат. Да, конечно, да, придет мгновенье и сомкнутся наши руки. Нас ведет мечта, она не ведает преград. Струны полет стремится под небесье, звенит аккорд. Я крылет мысль, мы счастливы, поскольку снова вместе. Под аккомпанемент любимой песни. И нам нельзя без этого хоть тресни, хоть застрелись. Пока мы в дружбу верить не устали, тоски и злой в сердце не копя, нам по плечу с тобой любые дали. Север — это все детали, пока друг другу мы не перестали дарить себя. Нет, конечно, нет, мы верим, нет, для нас маршрутов безнадежны. Лишь беря барьер, мы из вчерашних не способны вырастать. Да, конечно, да, мы знаем, да, и невозможно, и возможно. Там, где страха нет, а цель достойна и чиста. Струны полет стремится под небесье, звенит аккорд и окрыляет мысль. Мы счастливы, поскольку снова вместе, под аккомпанемент любимой песни. И нам нельзя без этого хоть
хоть тресни, хоть застрелись, пока мы в дружбу верить не устали, тоски и злобы в сердце не горя, нам по плечу с тобою мы дали. Восток ли, север, это все детали, пока друг другу мы не перестали давить себя. Струны полет, струны полет, стремится под небесье звенит тонор. И окрыляет мысль, мы счастливы поскольку снова вместе. Под аккомпанемент любимой песни, и нам нельзя без этого хоть тресни, хоть застрелись. Пока мы в дружбу верить не устали, тоски и злобы в сердце никогда, нам по плечу с тобой любые дали. Восток ли, север, это все детали, пока друг другу мы не перестали. Пока друг другу мы не перестали. Пока друг другу мы не перестали дарить себя. Большое спасибо. Надеемся на будущие встречи. Русские, они вчера свои же получили. Уже, наверное, передарили кому-нибудь, я чувствую. Да, нет? Мария Максимовна, я проверю. Друзья, спасибо вам. Давайте поаплодируем замечательным артистам. Привет городу Самаре, мы ее любим. И многие приедут в этом году, наверное, Самарский фестиваль, я думаю, Грушинский. Да, ну, друзья, вы знаете, вот я пока слушал их, замечательные совершенно ребята. Вспомнил, я как представитель юго-восточной культуры, вспомнил такое праздничное хоку от лица мужчины. Готовить я не умею, денег на подарок нет, пожалуй, вынесу елку. Высоко, да? Вот, значит, и у меня есть такая шутка, буквально вчера, когда мы стояли на ресепшене, родилась, значит, у нас в очереди прямо идеальные семьи, идеальные отношения в бартовской семье, знаете, какие вот, когда жена говорит, милый, иди водку пить. Он отвечает, милая, погоди, я еще полы не помыл. К чему я это рассказал? Я к тому, что сейчас я хочу пригласить на сцену замечательного друга своего. Ну, мы все тут друзья уже за столько лет передружились уже по нескольку раз, наверное, друг с другом, в хорошем смысле этого слова. Вот, лауреат Грушинского фестиваля, мы постоянно на фестивалях разных концертах пересекаемся с ним. Замечательно, у него жена, Светочка, я тебя люблю, с праздничком тебя. Сергей Авдеев, пожалуйста, присядьте. Лучшую половину с праздником. Первая песня, в общем-то, в тему праздника. Почти документальная история. Посвящается умной и сильной женщине. Что тебе не спится? Что тебе не спится, знать одолеваю мысли о былом, как когда-то с юга прилетели птицы, а потом дороги снегом замело, как когда-то было самое начало, как любовь стояла во главе угла. Судьба твердыней стать пообещала, а потом публично трещиной пошла. Как тогда не верилось, что ничто не кончилось, что предел терпения вовсе не предел. И проблемы вечные ты решишь, конечно же, и дела сердечные было и душе, и телу. Кто бы мог поверить, кто бы мог понять, как порою даже взять друзья хотелось,
по соседству с домом старенький пивняк. Но пивняк с годами попросту сломали. Появилась рядом станция метро, и однажды сердце не кольнуло в мае. Вновь когда дороги снегом замело, и с тех пор за столько лет память сердца ищет след, где судьба подставила острые бока. Так уж мы устроены, что когда все скроено, очень не хватает сердца холодка. Что тебе не спится? Ну, что тебе не спится? Знать одолевают мысли о былом, как когда-то с юга прилетели птицы, а потом дороги снегом замело. Вторая песня онно-патриотическая. Друзья, вспомнил еще одну. Ну, старый, помните этот анекдот, наверное, все уже слышали. Почему от барда в жены не уходит? Ну, все знают. Почему? Знаете, да? Что, никто не знает? На днях, да. Вот, правильно, не в чем. Продолжение есть, знаете, придумали тоже на днях. Если жена уходит от барда,
по собственному желанию, то она еще должна отработать 2 недели. Опять, почему я это все рассказал? Потому что я хочу пригласить на сцену замечательную пару. Не просто пару, это не брат, не сестра, не брат, 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 и там, и это муж и жена. Замечательные ребята, очень красивые люди, приятные во всех отношениях, из автомобильного сердца нашей страны, из города Тольятти. Дуэт Пеле, или Пеле, Пеле. Петя плюс Лена равно любовь и авторская песня. Добрый день. Привет вам с берегов Волги. Мы сейчас хотим представить вам 2 песни замечательного трио под названием «Дети Поволжья». Первая песня «Дела друзей» Сережи Анцинова. К сожалению, его уже нет в живых. Но эта песня объясняет, почему мы иногда с вами так редко видимся и редко мы бываем в Москве. Мы ее назвали «Дела друзей». Сергей Анцинов. У друзей так много дел, не хочу я их обидеть. Я б немногого хотел, лишь бы их почаще видеть. Нет, наверное, не так, реже видеть интерес. Собираться снова вместе. Я на праздничном столе разожгу свечи агара, чтобы видели в окне тень мою и тень гитары. Пусть не яркий этот цвет, на костер едва похожий, вам откроет мой секрет. Ваши души растревожат в наступившей тишине. Колокольчик отзовется, это вы пришли ко мне. С треском пламя всколыхнется и ворвется кутерьма. Рух тепло и смех в придачу, и, конечно же, глаза, те, которые не прячу. У друзей так много дел, не хочу я их обидеть. Я б немногого хотел, лишь бы их почаще видеть. Нет, наверное, не так, реже видеть интересней. Это вовсе не пустяк, собираться снова вместе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это вовсе не пустяк, собираться снова вместе. Наступила весна. И вторая песенка. Потом, наверное, может быть, после концерта. Вторая песенка. Тоже авторов из Самары и Тольятти. Это наши друзья Саша Баранов и Юра Панюшкин. Она называется «Музыка капели». Разбудив апрель.
гнездо чужое прилетит кукушка, ей ведь тоже надо с кем-то куковать. На гнездо чужое прилетит кукушка, ей ведь тоже надо где-то куковать. Счастливой узелки на память, не спешить не надо, не руби с плеча, где в потемках снова нам дорогу править. Даже Ягара все равно свеча, где в потемках снова нам дорогу править. Даже Ягара все равно свеча. Ты моя отрада, я тебе подмога. Закружил березу баламут апрель, и пошло по жилам, знать бы как надолго доброе согласие на весенних мели. Пошло по жилам, знать бы как надолго доброе согласие на весенних мели. Спасибо большое. Друзья, вы знаете, надо вам периодически напоминать, что все-таки сегодня 8 марта, да? Вы знаете, администрация даже разрешила выпивать в разумных количествах в зале, вот, после понравившейся песни. Так что не стесняйтесь. Ведите себя по-домашнему. Разносить? Выносить будут, разносить нет. Нет, к сожалению, нет. Друзья, значит, дорогие женщины, следующие 4 строки посвящаю вам. Мужчины могут зажать уши. 8 марта – главный женский день. Главней в календаре не сыщешь даты. Трезвы, как стеклышки, мужчины в этот день, а женщины небритые поддаты. Это был тост. Выпиваем. Молодцы. Друзья, а сейчас выйдет на сцену один из моих самых любимых авторов-исполнителей. Любимец женщин всех возрастов. И полицейских в том числе. Обладатель уникального тембра, я считаю, который узнаваем сразу. Человек, которому есть что сказать в авторской песне, и он это говорит. Талантливо и охотно. Сейчас вас поздравит мой друг, замечательный автор-исполнитель Виктор Дурицын. Сердечно поздравляю с этим праздником. Ты говоришь, я молчу. Ты говоришь, слышь, ну что ты все время молчишь, слушать тебя хочу. Я лучше тебе улыбнусь, слова разметет ветер. Тоже мне хорош гусь. Ловко ты как ответил, да ответ мой совсем простой. Просто набор звуков. Стой, не разжимай руку. Но ты говоришь ночь, что мама ругаться будет, что ты еще панька дочь. Что от меня не убудет, что будет, покажет жизнь, покажет мне так неловко.
зовет. Но все, мне пора, до встречи. Я очень тебя люблю. Слова самые лучшие речи. И вот уж спешу домой. Домовой, и всему радуюсь, как придурок. Ну что, что метелевой, что целая ночь без сна. И я ж такой молодой, и впереди весна. Я ж такой молодой, и впереди весна. Ты говорила, что так устала, варить варила, стирать стирала, растить растила, кормить кормила, любить любила, да все достала. Ты говорила, что жизнь такая, уже не в радость, шалаш без рая. Ты говорила, что все не мило, что не об этом всю жизнь мечтала. Ты говорила, кружа по дому, бросала вещи, уйду к другому, что-то вандама во мне не грамма. Что, мол, как в воду глядела мама. Ты говорил, а я не слышал, а я не слушал. Я был далеком, на крыше мира, на самой крыше, где выше только орлиный клёкот. Ты говорил, а я не слышал, а я не слушал. Я был далеком, на крыше мира, на самой крыше, где выше только орлиный клёкот. Ты говорил, а я не слышал, а я не слушал. Я мыл посуду на крыше мира, на самой крыше, где выше больше ни с кем не буду. На крыше мира, на самой крыше, где выше больше ни с кем не буду. На крыше мира, на самой крыше, где выше больше ни с кем. Было дело, ты глядела нежно и романтично. Было дело, говорила, как жалела, вы такой нетипичный. Еще говорила, что другого забыла, я такой бессердечный. Еще говорила, если б я полюбила, я любила бы вечно. А я обычный человек, вечно жить не обещаю. Я обычный человек, все куда-то уезжаю. Я обычный человек, как и все, с дороги сбился. Я обычный человек, вечно жить не научился. А под вечер было дело,
до снега бездну. И хотелось бы уехать, да куда-то бесполезно. Вылетали из-под век купидоновые стаи. Но я обычный человек, я с любовью не играю. Было дело, глядела чуть смущенно, и казалось платье белым обнаженным. И приблизившись не смело, горячо шептала в спину: если только я умела вечную наслала зиму. А я обычный человек, я зимой замерзаю. Я обычный человек, и времен не выбираю. Я обычный человек, как и все, с дороги сбился. Я обычный человек, вечно жить, а не научился. Браво! Спасибо, любите друг друга, будьте счастливы и берегите друг друга. Виктор Дурицын, аплодисменты ваши, конечно. Ничего. Спасибо, Виктор. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену замечательный коллектив, который я очень люблю и вовсе не бескорыстно. Ансамбль «Мозаика». Добрый вечер. Микрофон работает замечательно. Добрый вечер. Тоже вечер. А вот мне уже тоже нравится. Очень хорошо. Тебе хорошо. Да, я сегодня в филоне немножечко. Тогда объявили. Откуда я знаю, что ты играешь? Не так всегда. А что ты объявишь, что я и буду играть? Мы решили не придумывать ничего, в принципе, такую любимую классику. Евгений Кличкин. Среди тени.
Но тем не менее. Игорь Михайлов. Запоминайте порядок, так сказать. Порядок выпивания. Да. Порядок пропивания. Инструкция. Да, краткая инструкция. Сколько в небе стать, это не
Сергей Матвеенко. А песня была так у Джавы. Вы ее не слышали 28 лет. Некоторые и не родились еще, когда он ее написал. А спел он ее всего один раз. А вот сейчас она вернулась, и вы, многие, для себя откроете новую песню Булата Шалыча Акуджавы, которую спел всего один раз в 86 году. Оловянный солдатик моего сына. Земля кипит под соловьями, под майским мается дождем, а вот солдатик оловянный на вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер пустил по жизни, не взлюбя. Спроси солдатика, ты счастлив, и он прицелится в тебя. Спроси солдатика, ты счастлив, и он прицелится в тебя. И в смене праздников, и будем в нестройном шествии веков. Смеются люди, плачут люди, а он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси солдатика, ты счастлив, и он прицелится в тебя. Спроси солдатика, ты счастлив, и он прицелится в тебя. Живет солдатик оловянный, предвестником больших разлук. И автоматик окаянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой невольно, сигнал к сражению торопя. Спроси его, тебе не больно, и он прицелится в тебя. Спроси его, тебе не больно, и он прицелится в тебя. В тебя. Браво! Жаль. Почти 30 лет песня не звучала. Ее почти никто... Я нашел одного человека, который пел, но не так. Кажется, Дима Богданов ее знал, но он говорит, я редко пел, потому что не точно. Следующая песня тоже связана с этим именем. В воспоминаниях Булата Акуджавы я нашел строчку, которая меня очень заинтересовала.
Акуджава написал: «Не было бы Панченко, не было бы Акуджавы». Я стал искать, кто же это Панченко. Оказалось, в 19 лет Николай Панченко пошел на войну. В 44-м году он написал то стихотворение, которое я вам спою. А в 45-м, когда вернулся в Калугу, он взял еще более юного паренька, вернувшегося с войны, Мулата Акуджаву, и сказал: «Ты должен ходить в литературный клуб». Он говорит: «Да зачем? Вот надо тебе, вот у тебя вроде бы получается». Акуджава говорит: «Да нет, я должен преподавать, я учитель». «Иди, позанимайся». И мы, благодаря Николаю Панченко, под знаменем Акуджава уже много лет. Так кто же такой Николай Панченко? Расстрелянная баллада о расстрелянном сердце. Музыка моя. Очень ко времени стихи. Я сотни верст войной протопал, с винтовкой спал, с винтовкой пил, с винтовкой спал. Нажму курок, и пуля в штопор, и кто-то замертво упал. А я тряхну кудрявым чубом, иду подковками звеня, и так владею этим чудом, что нету правы на меня. Лежат фашисты в поле чистом, торчат крестами на восток. Иду на запад по фашистам, как там железен и жесток. Убей его и убиваю, иду подковками звеня. Я знаю, сердцем убываю, нет вовсе сердца у меня. А пули дуры свищут, свищут, а пули дуры сердце ищут, а сердца нет, приказ во мне. Не надо сердца на войне. А где найду его потом? Я, исполнив воинский обет, в моих подсумках и котомках для сердца даже места нет. Куплю билет и скорым к маме, к жене, к обманутой вдове. Подайте сердце мне хоть малость, ударюсь лбом, но скажут мне: ты растерял его, солдат, ты расстрелял его, солдат. И так владел ты этим чудом, что выжил там, где лег отряд. Подайте сердце инвалиду, я землю спас, отвел беду. Я с этой просьбой, как с молитвой, живым распятием иду. Подайте сердце, крикнув сердце, подайте сердце, стукнув дверь. Поймите, человек без сердца еще страшнее, чем даже зверь. Меня мусторг переоденет и где-то денег даст кассир. Большой и загнанный, как демон, без дела я в избытке сил. И где-нибудь в чужой квартире мне скажут: милый, нет чудес в скупом послевоенном мире. Всем сердце выдано в обрез, всем сердце выдано. Еще одну песню я спою. Молодого человека. Он ее написал в 27 или 28 лет. Как мыслили тогда молодые люди. На эту песню, на эти стихи есть вариантов 12 песен написанных. И эту песню, эти стихи пели очень известные люди. Но я, набравшись наглости, все-таки сделал это по-своему, потому что
Мне очень захотелось спеть эти стихи. Я их выпрямил. Я их не пою как автор, не читаю. Автор, даже автор читает их немножко иначе. А он читает «Идут белые снеги». Я говорю по-русски «Идут белые снеги». Посмотрите, молодой человек. Евгений Евтушенко. «Идут белые снеги». Он мне разрешил эту песню петь, потому что я послал ему по имейлу и получил ответ «Можно». С вами поделюсь. Но перед ними мои стихи перед этой песней. Жизнь свою перелистаю. Что останется? Россия. Для кого-то это тайна, для меня святая сила. Ничего не потерявший, выше Бога не нашедший. Я любил ее вчерашней, я люблю ее, пришедший здесь. Впервые был разбужен здесь, паслись мои стрекозы здесь, в небес святую лужу плакали со мной березы. Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, но, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, исчезая вдали, словно белые снеги улетают с земли. Идут белые снеги, я тоже уйду. Не забочусь о смерти, и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я ни снег, ни звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну, не так ли я жил, что я в жизни поспешной больше жизни любил. А любил я Россию, сею кровью хребтом, ее реки в разливе, родники подо льдом. Дух ее видит стенок, дух ее сосняков, ее пушки на стенеку и ее стариков. Мне бывало не сладко, я не шибко душил, пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маюсь, полон тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет обо мне без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Аве, аве, Россия, аве, аве моя, аве, Россия. Сергей Леонидович Матвеенко. Сережа, мы тебя любим. Береги себя, пожалуйста, родной. Вот, друзья, вы знаете, что вот бывали такие случаи, говорят, что 8 марта по инерции мужчины отмечали 9, 10, 11, 12 марта. Ну, это неудивительно, вы этого заслуживаете. Вообще, такое, знаете, три дня бухаем без просвета, спасибо женщинам за это. Девочки, низкий вам поклон.
дорогие ребята, дорогие друзья, кто будет в Москве 12-го, у меня в центре авторской песни мой сольный концерт. Приглашаю вас. Приходите, пожалуйста, персональное приглашение от автора. Вот. Ну, Бард Академия всегда собирала самых, наверное, талантливых, самых замечательных авторов, исполнителей. И у нас в Бард Академии есть люди, которые многогранно талантливы. Они не только поют замечательно, пишут песни прекрасные, но еще талантливы в других ипостасях. Вот, например, следующий выступающий у нас замечательный фотохудожник. Действительно, фотохудожник, потому что на его работы можно смотреть очень долго. Они прямо исцеляют. Я вот некоторые портреты рассматриваю, у меня даже вот пульс успокаивается вообще. Все в норму в организме все происходит. Потому что вот сейчас на сцену приглашаю бессменного, много лет он возглавлял жюри фестиваля наших Бард Академии. Ну вот в этом году решил немножко отдохнуть. Может, это и правильно, да? Встречайте, Александр Славин, Саша. Поскольку у нас 8 марта, вот так как-то склалось в мировой истории, что нам некто Клара Цеткин подарила выходной. Вот. Ну и несмотря и не глядя на Клару Цеткин, весь цивилизованный мир празднует праздник любви. Вот Серега что-то про войну много пел, я все-таки вернусь к теме любви. И, наверное, один из самых великих певцов любви, Афанасий Фет, я вот спою две песни на его стихи, две свои песни. Что-то на гитаре, мне кажется, мало, да? Можно поправить? Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад. Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят. Дайте видит нас, не видит нас среди ветвей и не слышит, слышит только соловей. Там за
звезды крупки и сильнее ароматы ночных благовоний. Живая волна там доходит до сердца, и стомы полна точно в нежном дыхании травы и цветов с ароматом знакомым доносится зов. Сколько лет уже тут живет соловей. Да и он не слышит песни его громко, разве слышит только сердце да рука? Слышит сердце, сколько радости земли, сколько счастья сюда мы принесли. Я видел твой млечный младенческий волос, я слышал твой сладко вздыхающий голос, и первой зари я почувствовал был налет у вечерних порывов подвластный. Дохнул я струею и чистый страстный у бледного ангела свеющих крыльев. Его громко, разве слышит только сердце да рука? Слышит сердце, сколько радости земли, сколько счастья сюда мы принесли. Я видел те слезы, я видел те муки, где слово не имеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а душу певца, где дух попадает в ненужное тело, где внемлешь, что радости нету предела, где веришь, что счастью не будет конца. Томительных и скучных, и вот в тебе
тиши ночной твой голос слышу вновь. И вид, как тогда во вздохах этих сучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и счастье жуткой муки, а жизни нет конца и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки тебя. Обнять и плакать над тобой, как только веровать в рыдающие звуки тебя, любить, обнять и плакать над тобой. Девушки, любимые родные, хочется еще раз вас поздравить, не устаем этого делать никогда. Желаем вам, как я вот, мне нравится, знаете, вот все говорят, большого женского счастья, как-то вот не очень нравится это выражение. Я хочу вам пожелать, пусть небольшого женского счастья, но регулярно. Я думаю, что это будет более реально. Хочу спеть песню вне программы, потом объясню причину, почему. Я первый раз в руки взял гитару, как у многих бардов, как у многих сидящих в зале, это произошло во дворе. Так вот, ну, на старой такой гитаре разболтанной, там три аккорда выучил. Сейчас я их знаю, пять. Вот. И песня, одна из первых песен, которую я выучил аккомпанировать себе на гитаре, вот сейчас я ее попробую. Я так предлагаю вернуться в нашу счастливую социалистическую юность, когда все мы были счастливы отпустить. Батарейки-то работают, как можно убрать. Так, слышите, нормально? Вот песня из моего так счастливого социалистического детства, может быть, нет, юности. Заметелился снег пеной, расплывались, как во сне, стены, и свисала с потолка лампа. Лежала на руках ланка, помнишь, ланка, пузыри, баран, маяковку, фонари, фары и мохнатую, как плед, полночь, два коктейля на столе. Другом разреши поцеловать.
ямочек у рта хмурых. Я все это наболтал сдуру. Такая песня про любовь замечательная. Потом, значит, вот я рассказываю, почему я ее спел-то, не просто так. Я думаю, ну как все, подъездная хорошая песня такая, да, вот. Она вошла, кстати, в золотой фонд песен программы «В нашу гавань заходили корабли», в которой я участвовал. Вот, а я познакомился с автором этой песни, он написал стихи к этой песне. Вот, и мы с ним дружим, и этот человек является для меня примером, наверное. Вот как нужно себя вести на сцене, как нужно петь вообще. Вот. Поговорить, в общем, затягивай, наверное, да? Надо уже объявлять. В общем, это наше все. Это, ну, я вот даже заикаться стал от волнения. Это Патриарх, ветеран-инвалид авторских песен. Замечательный человек. Мы его все любим. Вадим Егоров, встречай. А на медне, когда вез я без роздыха, дел телегу непочатых, немеленных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как в воздухе, чтобы музыка была и немедленно. Но дела росли, как куча на мусорке. То награды мне сулили, то премии. И я понял, что не будет мне музыки, потому что нет на музыку времени. Те же звезды в той же лунности, но, наверное, вечность целую. Фанатики нашей юности не видали света белого, устарели наши записи. Мы уже иного племени. Время есть для водки, закуси, а для музыки нет времени. Мы тереющие мальчики по фигуре этой пенистой скачем-скачем, словно мячики скачут по площадке теннисной. С этой гонкой просто сладу нет. Все собрание это прения, нам бы музыку, как снадобье, а на музыку нет времени. И над нами кружат вкрадчиво то щеглами, то воронами Мендельсона звуки брачные и Шопена похоронные. И становится так страшно мне, что сует придавлен бременем, трачу жизнь свою на зряшные, а на музыку нет времени. Годы жалят злыми осами, скоро уж над бренной сушею мне туда лететь, где досыта вечной музыки наслушаюсь. Там забуду все лишения, там бедой сочтусь и славою. Вот и будет утешение, только утешение слабое. А на медне, когда вез я без роздыха, дел телегу непочатых, немеленных, я вдруг понял, что нуждаюсь, как в воздухе, чтобы музыка была и немедленно. Здравствуйте. А, ой, господи, я сейчас понял, что я пел без гитары, да? Тем не менее, вы мне так хлопали. Как вы мне хлопали без гитары? С гитарой покажите, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, я почему спел эту песню? Потому что вот это удивительное это явление, которое называется Бард-академия, это явление, показывающее, что да есть на музыку время. На музыку, есть на музыку Моцарта, Бетховена, но есть на музыку вот эту, странную музыку, слово,
мелодии, эмоции, ощущения эпохи. Вот все это сконцентрировалось в удивительном каком-то событии, которое называется авторская, бардовская, как угодно, но песня. Потрясающе, это есть только у нас, это наше достояние потрясающе. Поэтому я начал с этой песни, а теперь скажу вам вот что. Здравствуйте, дорогие бард-академики и бард-членкоры. Вот. Я хочу вам сейчас спеть одну песню, которая, по-моему, удивительно подходит как сочетание вот сегодняшнего дня, дня любви к, ну, кому-кому, к вам, конечно, я имею в виду не к мужчинам, а к женщинам. И одной такой детали этих бард-встреч, которая, ну, она есть, не будем ее скрывать, когда мы тут встречаемся, немножко как бы выпиваем, а иногда немножко выпиваем. Я думаю, что у меня есть одна песня, где это берет и соединяется. Вот я вам сейчас песню спою. Спи, любимая, ну как тебе спится? Кабы не было тебя, я бы спится. Жизнь прекрасна, только жить, право тоже. Я бы спился без тебя, это точно. Спи, любимая, во мне сна не грана. Спи, любимая, мне еще рано. Мельтешат во мне слова, словно спицы. Не проспать бы только их, не проспать бы только их. И не спится. Спи, любимая моя, спи, родная. Что положено и спить, пью до дна я. Дни и ночи напролет твой Егорыч. Бьют судьбы своей хмельной сласть и горечь. Как самогульцев, таки вина юга. Мы, любимые, с тобой пьем друг друга. Пьем друг друга глаза, губы, лица. Лишь бы их не расплескать, лишь бы их не расплескать. И не спится. Спи, любимая, в окне свет потушен. Спит копна твоих волос на подушке. Печка спит и переплет. Спи, таконы, спи, любимая моя, спи спокойно. Спи, любимая, ну как тебе спится? Кабы не было тебя, я бы спится. Жизнь прекрасна, только жить право тоже. Я бы спился без тебя, я бы спился без тебя. Это точно этой, ну, вот это выступление не одного человека, а очень многих, и это нельзя нарушать, не позволяет мне спеть вам много-много песен, которые я буду спеть. Я сейчас позволю сейчас вам спеть хотя бы три из них, но в надежде, что... Нет, не три целиком, а кусочек. Что в надежде, что некоторые из вас, я услышал ваш, в общем-то, голос. Я пойму, что я не зря их писал. Шалости на шею, лучше не хлопать, а подпойте. А
пожалеть. Хочется очень, мы ведь не так много и хочем, каждый отец, и даже отчим это поймет. Тяжелые осенние, чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди. А листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться. Неважно, он придуманный, он искусственный, кто его придумал, или это Цеткин придумал, неважно. Но сегодня 8 марта, все, и мы, мужики, начинаем мучиться, думать о цветах, о подарках. И этот день, он огорчает меня то, что он как бы один в году, но ничего не поделать. Я хочу вам сейчас взять и признаться в любви. В любви к женщине, это естественно. Я никогда не мог подумать, что меня это чувство посетит на 7-м десятке, но оно посетило. И я не скрываю этого, потому что стихи – это вещь исповедальная. Я вам сейчас прочту несколько стихотворений, посвященных этой женщине. Холи нежа и маня, губы мне даря и строчки, любит женщина меня, мне годящая. Без нее на жизнь бедней, в зимнюю вступаю снежность, и седая нежность к ней слаще и нежней, чем нежность. Вместо тлена и трухи, вместо кары и удара, почему мне за грехи выдал Боженька подарок? Эту легкую сумму, эту чашу у порога я, конечно же, приму, но не объясню. И пока в горниле дня, распуская словно почка, любит женщина меня, мне годящаяся в дочке, буду заново опять петь, бузить, стирать подушку. Боже, только бы не вспять, Боже, только бы подольше. Без нее все праздники маята. Без нее на Волге воды не сыщешь. Любящая женщина – это та, кто с тобою делит рассвет и пищу. Без нее весь мир из одних пустот. Без нее не выдохнуть и не ахнуть. Любящий мужчина, наверное, тот, кто без этой женщины пьет и чахнет. Ну чего чудесного? В чуде том, но куда стекают с лица морщины, когда эта женщина входит в дом, где живет любимый ее мужчина. А мужчина тот, словно майский сад, ему сотни лет, а он светом полон. Он уже парит в сантиметре над, потерявший вдруг притяжение полон. С ним парящим в воздухе заодно. Любящая женщина, встав со стула, затворит окно, чтобы в то окно сквозняком его невзначай не сдуло. И последнее, только я прошу, те пары, которые сейчас здесь есть, наверняка есть, супружеские, не супружеские, у которых только все в начале или не знаю где, пожалуйста, сейчас буду читать стихи, смотрите друг на друга, не на меня, тут вы ничего хорошего не увидите. А вот смотрите друг на друга и считайте, что это вы читаете друг другу. Больше того, что вы еще и написали это друг другу. Грехами спутан и обвит, пред смертью злючий, я признаюсь тебе в любви навсегда.
всякий случай. Успевший столько песен спеть, в дыму оваций, спешу, ведь можно не успеть в любви признаться. В оседлом или кочевом пути познания нет драгоценней ничего. В любви признания я признаюсь, а ты лови, как снег, как лучик. Я признаюсь тебе в любви. На всякий случай. Семейная сцена, знаете, вспомнил тему, вернее. Вот многие думают, что если жена вот не в настроении, то у нее проблемы какие-то. На самом деле, знаете, что происходит? На самом деле, если жена не в настроении, то проблемы у мужа обычно бывают. Это такой, такой закон можно вывести. Вот. Ну, продолжаем, значит, наш концерт. Я хочу пригласить на сцену. Вы знаете, вот в авторской песне появилось большое количество замечательных женщин, красавиц. И вот одна из таких замечательных наших исполнительниц я сейчас хочу пригласить сюда, потому что слушать ее одно удовольствие, смотреть на нее другое удовольствие, а все вместе это что-то необыкновенное. Веста Солянина, пожалуйста, встречайте. Подруг, но я поздравляю всех женщин, которые здесь находятся, и спою то, что люблю. Елена Гурфинкель. Не ждала, не берегла времени, а на сущном не беглась хлебе, а потом я обрела зрение. Чтобы в графу любить, а потом.
сочинила стихи «Незабвенный юный морец». Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется медный талисман. Он меня нашел ночью на ветру, когда сердце провалилось в черную дыру. Кто его послал, кто его просил? Разве знаешь, что хранит он из последних сил? Он меня нашел ночью на ветру, когда сердце провалилось в черную дыру. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется талисман. Первая любовь, битое стекло, в эти трещины, морщины, время утекло. Второй любви и кровинки нет, спит на звездах, изменяя лучший из планет. А у третьей пух нежный над губой, левый глаз у ней зеленый, правый голубой. Говорю ей, дай мне побыть с тобой, расскажу, что будет с нашей судьбой. Будет вечный труд, мальчик будет муж, будут битвы и молитвы за спасение душ. Будет то, что есть, миллионы лет, потому что быть не может с нами, чего нет. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется медный талисман. Счастлива ты, мать, будь твое сияние во все стороны вселенной, светишься над ран. Грешная ты плоть, святый дух, земля, на все стороны вселенной жизни тайный план. Впереди туман, позади туман, на груди, как пламя, бьется талисман. Будто яблоки, и я
важную вещь. Дело в том, что Вадим Егоров автор, и он настолько индивидуальная единица на сцене, что смелости нужно много, чтобы сделать то, что сейчас я сделаю. Мы хотели бы спеть вдвоем песню. Вообще, вот Саша знает, что с Вадимом петь невозможно вместе. У него свои ритмы, своя музыка. Мы попробуем вместе с вами спеть песню, которую знаем и любим все. Она всегда уместна. Ребят, значит, песня, которую некоторые из вас, я надеюсь, знают. Вот. Я не сторонник каких-то дат, да, но 70 лет, которые нам предстоят, это дата особая. И мы никогда не сможем себе представить муку тех мальчиков, 17, 18, 19-летних, которые оказались в мясорубке первых месяцев войны и перемололись в ней. Вот я однажды попытался сказать что-то за них, и вот сейчас мы эту песню споем. Мы, я имею в виду, мы с Вестой. Но если мы споем и с некоторыми из вас, я буду счастлив. Бесконечно. Я, конечно, тоже с вами заслушался тут в уголочке, засмотрелся и прямо потерял счет времени. Вот, поэтому... Что-то какой-то бардак образовался на сцене, я не понимаю, это пошукал. Я даже подзабыл, кто там следующий. Пусть я. Значит, вот сейчас праздничная часть нашего концерта. Вы не устали, кстати, нет? Я думаю, что да, вот так можно будет на нашем концерте. Вот так, после таких выступлений, я думаю, можно еще сидеть и сидеть. Вот. Они так подпитывают замечательно. Так вот, одной из целей нашего фестиваля является выявление новых имен в авторской песне. Что мы каждый год успешно... Я думаю, делаем. И будем делать. И в этом году он не исключение, юбилейный 10-й фестиваль.
проводился тоже конкурс среди молодых и не очень исполнителей авторской песни и авторов. И вот сейчас лауреаты вот этого конкурса предстанут перед вашими очами и перед вашими ушами. Я с большим удовольствием. Вы знаете, там призы, я вот посмотрел, мельком мне показали, да? Я прям обалдел. Я бы знал, что такие призы будут, я бы сам поучаствовал. Хотя бы, конечно, меня зарубили бы сразу, наверняка. Вот, но тем не менее, я хочу пригласить на сцену сейчас лауреатов 10-го юбилейного фестиваля авторской песни. Сейчас скажу, кого. Очень замечательные ребята, очень коммуникабельные. Вот сейчас с ним немножко пообщался. Итак, встречайте, лауреаты нашего фестиваля, дуэт «Да-да», Феликс Давыдов и Сергей Дадухин, город Москва. Постой, поклон.
земной. Видно, в сердце раны, как клинком проник, воев заполоненных, ослепленных крик. Наложила прученьки, да есть в оконце свет, Ярославе, доченьки, уже 12 лет. Ну, к сожалению, регламент. Я думаю, что ребята где-то сегодня попоют. Да, будете где-то петь сегодня? Подойдите прямо к ним, не стесняйтесь. Спросите, можете пригласить к себе в гости. Я думаю, что ребята с удовольствием вам попоют. У нас, к сожалению, жесткий вот такой временные рамки концерта. Если вы не хотите так всю ночь с нами просидеть. Хотя вот есть смысл дождаться 9 марта и сказать-то. Мужики, поздравляю с наступающим, кстати, 9 марта. Скоро, скоро уже. Мы так еще немножко...